Мне кажется, что, ну, одно могу сказать, что не хотелось бы, чтобы ситуация развивалась таким образом. Но думаю, что в стране, безусловно, существуют такие силы. Но сейчас, благодаря действиям Владимира Владимировича, благодаря его, так сказать, умению, мы объединились в какой-то национальной воле, да, и нация объединилась сейчас. С ужасом думаю, сколько может это продлиться. И понимаю, что эта ситуация не вечная. Да? Как она будет развиваться? Желательно, чтобы она развивалась все-таки мирным, цивилизованным способом. А как дальше будет? Ну, посмотрим. Не знаю. Все-таки как будет, так и будет. Я на демонстрации не хожу ни на те, ни на другие, потому что я считаю себя представителем культурной части, да, нашего населения, интеллигентной, но не той активной интеллигентной, которая выходит на, так сказать, демонстрации, машет там такими или сякими флагами, лозунгами. Вот, я работаю, я рассказываю людям о любви, о доброте, о цивилизации, об истории, о ценностях иного характера, о ценностях мира, взаимопонимания. Вот. И мне не интересен, так сказать, исход, который может быть, так сказать, противопоставлен вот моему, да, ну, то есть какой-то немирный. Вот. Поэтому дай бог, чтобы этого не случилось. Дай бог, чтобы этого не случилось.